зале Московского государственного института культуры более 250 человек, студенты, абитуриенты и педагоги подпевают известному музыканту Денису Майданову. На период летних каникул в образовательном учреждении проходят творческие встречи, университетские смены для знакомства с вузом и общения с интересными людьми. Я решила, что я хочу поехать в этот институт, потому что я собираюсь сюда поступать. Ну, и я не рассчитывала, конечно, на свою победу, но у меня получилось. Стать участником университетской смены непросто. Необходимо было выиграть конкурс. Для этого ребята писали эссе и выполняли творческое задание. Победители отправились в ведущие вузы страны на свой выбор. Например, в АМГИК приехали школьники и студенты из 41 региона. В программе на сегодня творческая встреча с представителями арт-кластера «Таврида» и Денисом Майдановым, который поделился собственным творческим успехом. Я брал пример с таких же авторов-исполнителей моих. Моя домашняя музыка – это то, с чего родители, то, что слушали они, и потом стало нравиться мне. Это, разумеется, Владимир Высоцкий. Это наша глыба литературная, музыкальная. Творческие встречи продлятся в Институте культуры до 14 августа. На них молодые люди смогут определиться с выбором дальнейшего жизненного пути, вдохновиться на новые свершения. Александр Сергеев, новости Химки ТВ.